Planet Kids UA представляет вам игру, настольная игра «Колечки». Итак, у нас есть большая красивая подарочная коробка, и в комплекте мы найдем 6 разных форм колечек, колоду карт с заданиями и звоночек. Звонкий, красивый звоночек. Итак, суть игры в том, чтобы на скорость зацепить колечки именно так, как это показано у нас в задании. Колода карт переворачивается рубашкой наверх, и по очереди переворачивается каждая карта. Каждому игроку мы раздаем по определенному количеству колечек разной формы, для того, чтобы все могли собрать нужные задания. Вот таким образом, допустим, выглядит у нас одно из заданий. И вот мы его собрали. Тот, кто собирает его первым, естественно, нажимает на звоночек для того, чтобы объявить всем игрокам о том, что он выполнил задание. Остальные игроки проверяют. И если все правильно, то игрок забирает себе эту карточку с заданиями. Выигрывает тот, у кого карточек на руках остается больше. Игра эта рассчитана на 2-4 игроков. Качество самих колечек у нас отличное. Это пластик. Он достаточно крепкий, то есть он не сгибается у нас, запаха никакого не имеет, тактильно очень приятен, как вы видите. Они с такими пупырышками, все колечки. У нас есть 6 форм, как я уже сказала, это круг, овал, ромб, сердечко, треугольник и прямоугольник. Эта игра хорошо развивает как скорость реакции, так и логику, внимание, но еще и хорошо развивает мелкую моторику, потому как деткам тут небольшой зазор, и мы можем просто давать эту игру для развития самих пальчиков, для того, чтобы детки могли правильно соединять, да, вот эти колечки и выстраивать либо логическую цепочку, продолжи ряд, либо по форме, сортировка по цвету, по форме и так далее. Игра очень классная, очень многофункциональная, поэтому мы смело ее советуем деткам от 3 лет.